Canon Pictures представляет фильм Седрика Санстрома «Американский ниндзя 4». Снимались Майкл Дудиков, Дэвид Брэдли, Джеймс Вуд, Александр, Кен Гампу, Робин Стилли и другие. Композитор Николас Тенбрек. Оператор Джозеф Вейн. Дэвид Гивис. Продюсер Кристофер Пирс. Режиссер Седрик Санстром. Фрэнк, вперед! Быстрее. Давай.
Кольцо у тебя? Какое кольцо? Кольцо. Возлюбленные мои, мы собрались здесь сегодня, чтобы совершить бракосочетание Карла Брэкстона и Тилли Энн Мейсон. Если кому-нибудь известна причина, по которой этот брак не может быть заключен, пусть скажет сейчас или молчит вечно. Берешь ли ты эту женщину в свои законные жены, чтобы жить вместе по закону Божьему, в священном браке, чтобы любить ее, беречь и лелеять? В чем дело? Брэкстона в J6 немедленно, срочно. Но мы стоим у алтаря. Да. Берешь ли ты этого мужчину в законные мужья, чтобы жить вместе в болезни и здравии, горе и радости? Извините. Карл, нам пора идти. Срочно. Прости, приятель. Что? Мне надо уйти, прости. Карл, ты не можешь уйти сейчас. А банкет? Я знаю, тебе это ни к чему, дорогая. Я тебя люблю. Пока. Ладно, поехали. Okay, Carl. Ладно, Карл. Расскажи, что тебе известно про Скотта Малгрю? Скотт Малгрю – бывший британский полицейский. Британцы выгнали его за убийство людей во время допроса. Он сумасшедший, садист, ненавидит британцев, но больше всего ненавидит американцев. Верно? Это он. Нам известно, что Малгрю помогает шаху Али Максуду, тренируя наемных убийц в старом британском форте в горах. Возможно, он готовит людей и для своих целей. В последнее время ситуация ухудшилась. Эти ублюдки на грани создания ядерного устройства, которое достаточно мало, чтобы положить его в кейс и привезти в Нью-Йорк. О, черт. Я тоже так сказал. Теперь послушайте. На прошлой неделе президент послал секретное подразделение «Дельта», чтобы устранить их. Это закончилось полным провалом. Мы получили эту пленку час назад. Кто эти парни? Ниндзя. Это японская наемная армия из самых тренированных парней. Вместе с пленкой мы получили послание. Всех четырех пленников сожгут живьем через неделю, если США не заплатят выкуп в 50 миллионов долларов и не освободят этих так называемых борцов за свободу. Эти парни сумасшедшие. Точно. В этом-то и проблема. У нас есть несколько дней, прежде чем они начнут действовать. Я не знаю, как сообщить новости президенту. Президент будет вынужден заплатить выкуп или послать бомбардировщик Б-2. Когда мы выезжаем? Когда выезжаете? Немедленно. Вас сбросят на парашюте перед рассветом. Местный оперативник встретит вас. Паролем будет «Защитники Нью-Йоркской футбольной команды». Остальные инструкции на месте. Карл, оставь нас на минуту, пожалуйста. Да. Спасибо. Какого черта происходит, Гевин? Карл? Карл не оперативный сотрудник. Ты не читал его дело. А я читал.
Он самый лучший в своем деле. Блестящий лингвист, великолепный эксперт. Он самый подготовленный человек из тех, кто у нас есть. Он также фантастический подающий, но это не игра, Гевин. Это же ниндзя. Кто тренировал специалистов отряда Дельта? Он лучшее, что у нас есть. А как насчет Джо Армстронга? Джо? Он преподает в школе. Его голова забита миром, любовью и светом. Позвони ему, Гевин. Звонил. Он не стал слушать. Окей. Ладно. Шон. Good luck. Удачи. We're gonna need... Она нам понадобится. 40 секунд до прыжка. На позицию. Где наш связной? Сюда. Что это было? Может, это он? Ладно, хватит. Не подходите ближе, или я вас пристрелю. Эта штука может выстрелить, если я шевельнусь. Ясно? Ясно. Кто вы такие? Мы защитники Нью-Йоркской футбольной команды. Что же вы сразу не сказали? Привет. Я Понго. Связной. Следуйте за мной. Да, оно неисправно. Мне это не нравится. Он насмотрелся фильмов. Да. Пошли, ребята. Это смешно. Машина новая. Идиотство. Нет, говорю тебе, это был Кегни. Он знает, о чем говорит.
Понга-понга. Что смешного? Мы просили прислать на подмогу лучшие силы Дельта, а нам прислали черти кого. Это просто смешно. Вот. Убирайтесь отсюда. Мои извинения, джентльмены. Я хотел удостовериться, что вы подходящие люди. Идите за мной. Он отличный парень. Знаменитость? Да. Ладно, введу вас в курс дела. Здесь форт. Это комплекс, где они делают бомбу. А здесь, в подземной тюрьме, они держат американцев. Форт почти неприступен. Но не совсем. Малгрю приехал. Черт, Малгрю. Если что-нибудь случится, отправляйтесь в сернистые источники. Спросите доктора Тамба, он вам поможет. Сернистые источники, доктор Тамба. Вас не должны найти здесь. Привет, Фредди. Как поживает мой толстый приятель? Где незнакомцы, которых ты прячешь? Простите, полковник, я не понимаю, о чем вы говорите. Ты мой юный друг.
Не бойся. Испытываешь мое терпение, да? Скажи, где незнакомцы? Они в шкафу! Убивай их. Эти ублюдки нужны мне живыми. И куда теперь? Сюда. Вы с той стороны. Убираться отсюда. Ребята, все в порядке? Что он тут делает? Послушайте. Тише. Пошли. Так, быстро сюда. Нас тут спрячут. Привет, Понго. В чем дело? Полковник Малгрю гонится за нами. Ладно. Сюда скорее. Быстрее. Где они? Что это за место? Это морг. Заходите. Вы так зарабатываете себе на жизнь? Заходите. Надеюсь, вам хорошо платят. Ладно, ребята, располагайтесь. Вам надо быть осторожным. Скорее. Ломайте дверь. Вы оторвали меня от трупов. Каких трупов? Трупов прокаженных. Можете взглянуть, если хотите. Прокаженных, говорите? Да. Нет, ищем двух мужчин, очень опасных. Видели их? Нет, я никого не видела. Давайте, можете посмотреть. Кажется, они побежали в другую сторону. Если увидите их, сразу же звоните в полицию. Да, конечно. Без проблем. Черт, вас чуть не нашли. Не могу жить на работе. Парни, это Сара Пирс. Она тысячу раз спасала мою задницу. Слишком часто. Привет, Сара. Я Карл Брэкстон, а это... Это мой приятель, Шон Дэвисон. Привет, Сара.
Привет, Шон. Большое спасибо за помощь. Мы очень благодарны. Ладно, думаю, нам лучше уйти. Куда вы идете? Слушай, Сара, мы не можем тебя в это впутывать. Достаточно. Я уже замешана по уши. Люди Малгрю придут за мной. Я отведу тебя в сернистые источники, но это все. Хорошо? Хорошо. Так, Понго, в какой стране сернистые источники? Сюда. Скорее, у нас нет времени. Мы тут не на экскурсии. Кто эти ублюдки? Поганые американцы? Или британцы? А может, это подонки из сернистых источников? Это не важно, господа. Вы мне все скажете. Ну, пожалуйста, полковник, я ничего не знаю. Не выводи меня из себя, идиот. Пожалуйста, полковник, я никогда их раньше не видел. Я говорил, клянусь. Господа, это так скучно. Ты мне нравишься. Очень, очень нравишься. Слушай. Я дам тебе 500 и отпущу тебя, если скажешь, кто эти люди. Демоны, посланные за тобой из ада. Передай моему приятелю дьяволу, что я пока не хочу домой. Приятного дня. Если что, уходите без меня. Что значит исчезли? Я был у этой, в морге. Это невероятно, но американцы как сквозь землю провалились. Она обвела тебя вокруг пальца, придурок. Надо было убить ее вместе с отцом. Убери отсюда свою тощую задницу. Пусть их найдут ниндзя. Понял? Да. Проклятый идиот. Thank you.
Мой дорогой Скарф, что вас тревожит? Есть проблема. Американцам удалось забросить сюда еще двух убийц. Не тревожьтесь, мой друг. Не мы ли наносили смертельный удар этим свиньям всякий раз, когда они вставали у нас на пути? И все же эти двое меня тревожат. Предлагаю немедленно казнить пленных, а бомбу как можно скорее перевезти в Бейрут. Мой дорогой друг, вы слишком нетерпеливы. Браво, браво. Неуязвим. Человек из стали. Поразительно. Да, они гордятся тем, что могут умереть по моему приказу. Я всегда внушаю своим людям, что умереть в священной битве значит попасть в рай. Вы всегда умели врать, Али. Не это ли американцы, о которых вы говорили? Да. Я же говорил вам, дорогой Скарф, вы напрасно тревожитесь. Смотри. Thank you.
Ты американская свинья. Я преподам тебе урок, который ты не забудешь, пока жив. Впрочем, это будет очень недолго. Мы казним их через 48 часов. Я сообщу американскому послу и президенту. Ты пойдешь на дипломатический прием, Али? Итак, господа, как вас зовут и что вы здесь делаете? Другие считали, что они выше нас, простых смертных, пока я не преподал им урок смирения. Смотрите. Лежи мой ботинок. А теперь, господа, еще раз. Как вас зовут и что вы здесь делаете? Ладно, господа. Это будет первый урок слепого повиновения. О, господи! Они доставят больше удовольствия Аллаху и мне, пока живы. Пойдем. Я позвоню в Бейрут и обо всем договорюсь. Девушка. Мне кажется, нужно просто поговорить с ней пожестче. Я тебя поимею. Это будет скоро. Доброе утро. Okay. Так. Сегодняшний урок будет об окружающей среде. Окружающей среде. What is in biome? Что это такое? Our surroundings. Все, что нас окружает. Everything around ясно? Us. Okay. Я хочу, чтобы вы пошли на улицу и нашли примеры окружающей среды. Когда вернетесь, мы это обсудим. Ладно? Ладно.
Последний раз я сказал, что это последний раз. Джо, ты уже знаешь, что случилось с отрядом Дельта. Мы послали двух агентов. Они схвачены и будут казнены. Один из них — твой друг Шон. Все, что тебе нужно знать, здесь. На случай, если ты передумаешь. Ты нужен нам, Джо. Цель вашего пребывания, мистер? Отпуск. Профессия? Учитель. Приятного дня. Джо Армстронг. Куда едем? В сернистые источники. Ладно, быстрее садись. Рад с тобой познакомиться. Я Понга. Поехали. Послушай, что я расскажу. Они схватили всех ребят. Шон их так всех отделал. Но они все могут умереть. Даже Сара. Кто такая Сара? Американская медсестра. Работает в корпусе мира. Она помогала Шону, ее тоже схватили. Расскажи мне еще про сернистые источники. В сернистых источниках была колония. Но после того, как президент Беннер пришел к власти, заключенные захватили власть. Они подняли оружие против Малгрю и его крыс. Почему Малгрю не отвоевал это место? Он пытался его отвоевать, но ребята ему показали. Но это было до того, как появились ниндзя. А кто такой Тамба? Тамба был заключенным, доктор. Теперь он заправляет этим местом. Если тебе удастся убедить Тамбу помочь тебе, то есть шанс, что все получится.
Кто вы? Привет, я Понго, а это Джо Армстронг. Что вам нужно? Мы ищем Тамбу. Кто это? Никогда о таком не слышал. Толстяк Фредди жил здесь. Он говорил, что вам могут пригодиться толковые люди. Толковые люди? Сюда. Всегда ищем толковых людей, да? Джо Армстронг, покажи нам, на что ты способен. Я видел. Он справится с троими такими, как вы, одновременно. Ну и хвостун, мистер Армстронг. С тремя. Да, с тремя. Отойди. Он честно победил. Нам нужны такие люди, как он. Впечатляет мистер Армстронг. Добро пожаловать в сернистый источник. Идите сюда. Yeah.
Я доктор Тамба. Джо Армстронг. Старина Фредди рассказывал вам обо мне. Да, он сказал, что ты единственный, кто может нам помочь. Чем я могу помочь? Мы должны спасти американцев от палачей Максуда. Если проведете нас в Форт Дракон и отвлечете внимание ложной атакой, у нас появится шанс. Я могу отвезти вас к форту, но попасть туда невозможно. Да, но есть один способ. Много лет назад британцы вырыли туннели под фортом. Они выходили на Драконову реку. Вокруг было около 200 британских солдат. Инженеры копали с другой стороны горы, чтобы отвезти воду. Все считают, что эти туннели были взорваны. Мы думаем, что они забыли про один из них. Все инженерные схемы хранятся в научном центре. Президент Беннер проводит там прием для министров финансов стран третьего мира. Возможно, мы сможем явиться в качестве незваных гостей. Господин президент, мое правительство поручило мне сообщить вам, что если шах Али Максуд не отпустит заложников немедленно, то... Господин президент, вот эти негодяи. Что вы сказали, господин посол? Я назвал вас и ваших сообщников негодяями, сэр. Предрассудки. Популярное американское выражение, когда говорят о других. Господин Малберю, господин посол, мы должны сообщить вам кое-что важное. Да? И что вам нужно? Кое-что существенное. Только после вас. О'Райли, на, подержи. Мы схватили еще двух ваших авантюристов и американскую медсестру. Их казнят вместе с другими. Что значит «с другими»? Да. Мы хотим сообщить вам, что мы решили ускорить казнь. Она состоится завтра утром. Заберите меня через 45 минут, ладно? Я пришел, чтобы исповедовать тех, кто внизу. Глупости. Какая исповедь? Ты арестован. Нет, сын мой. Thank you.
Если вы тронете хоть одного из наших людей, то последствия не заставят себя ждать. Это место будет уничтожено. Нью-Йорк будет уничтожен вместе с нами, господин посол. Вы мерзавцы. Иногда вы ведете себя как настоящая крыса. Что это? Какого черта ты тут делаешь, О'Райли? Проклятый священник. Что за проклятый священник? Я покажу вам священника. Он пошел на исповедь вниз, в подвал. Ты сумасшедший? Никаких священников нет. Я расстрелял их много месяцев назад. Священник, ты идиот. Кто-то охотится за планами президента. Он может пройти здесь, через крутой склон. Тут есть проход, если он достаточно сумасшедший, чтобы попытаться вскарабкаться тут. Что умру. Малгрю убил моего отца. Я знаю, он убьет нас. Я никогда не предполагал, что все так закончится. Мне это не нравится, Скотт. Зачем им понадобился план Форта? Чтобы найти проклятый выход, конечно. Мекка в той стороне, старина. В любом случае, у них нет выхода. Верь мне. Какие у тебя планы, Али? Союзники приедут завтра, чтобы забрать бомбу. При необходимости мы сможем ее использовать. Спорю, что нам не придется.
люди сернистых источников. У нас есть миссия. Мы должны бороться за свою свободу. Свобода. Мы должны последовать за американцем, который доказал всем, что он ровня нам. Мы должны, наконец, избавиться от власти тьмы. Вперед! Идите быстрее. Полковник. Что тебе надо? Чрезвычайная ситуация. Они движутся сюда. Кто? Люди из сернистых источников. Расправятся с подонками, как с собаками, без всякой жалости. Ты понял? Пришел, Скотт. Начинайте. Я хочу видеть пленников. Все по-прежнему здесь, господа. Хорошо. И прекрасные леди тоже. Прекрати. Приготовить их к казни. Отведи меня в лабораторию. Достоинство в руках Аллаха, с помощью которой можно совершить великие дела. Контроль включен. Тревога. Какого черта ты это сделал, старина? Меня наполняет экстазом мысль о том, что я был всего в нескольких секундах от встречи с Аллахом. Есть ли другой путь в лабораторию? Нет. Хорошо. Пусть ее тщательно охраняют. И держи свои руки подальше от этой проклятой бомбы. У меня плохое предчувствие, Шон. Еще не все кончено.
Ладно, ублюдки. Не приближайтесь. Вы все арестованы. Откуда этот шум? Из старых артиллерийских туннелей под фортом. Старых артиллерийских туннелей. Вот поэтому они и приходили в научный центр. Им нужны были инженерные схемы. Я должен был догадаться. Мой бог. Необходимо срочно продолжить казнь. Всем остальным спуститься вниз, схватить их. Быстро. Опасное оружие. Теперь у нас в руках достаточно власти, чтобы взорвать Нью-Йорк. Слава Аллаху! Убить!
Шон. Все в порядке? Что ты делаешь? Тихо! Истинные правоверные. Прошлой ночью я слышал крик шакала. Это был знак от Аллаха, который открыл мне, что я был слишком милосерден. Итак, дети мои, великий миг настал. Осуществим правосудие. Убьем американских свиней. Давай кончать с этим. Начинайте казнь. Освободите меня. Помогите. Нет.
неверных. Каяку! Ребята, вы в порядке? Убить трусов. Убить неверных. Оставайся здесь, я вернусь, как только смогу. Свинья. Ты всегда говорил, что мы друзья, мы вместе. Шон!
Все кончено. Теперь все будет хорошо. А кто такой этот ниндзя? Это мой друг. Он не слишком разговорчив, но предпочитает доводить дело до конца. Шон, меня можно найти в школе. Фильм озвучен студией Инис по заказу компании Central Partnership. Thank you.